Всем привет! Я недавно вернулась с моря. Мы там были несколько дней, и я не успела нарисовать очень много, но кое-что получилось, и я хочу вам показать. Во-первых, я безумно влюблена вот в эти блокноты Art Creation Talents. Они, у них такая слегка молочная бумага с закругленными краями, очень приятная текстура. Короче, просто любовь. У меня уже очень много таких скетчбуков, поэтому могу их смело советовать. Я их использую для графики. Я рисую маркерами и линерами в этих скетчбуках. И очень-очень довольна результатом. Итак, начнем. Вот такие я рисую скетчи. Для них я использую вот такие маркеры. У них есть широкий кончик. Вот такой. И более узкий. Они относительно недорогие, хотя у меня они достаточно быстро высыхают. Но это может объясняться тем, что я их использую в жестких условиях, где солнце, жарко и так далее. Поехали дальше. Хочу еще сказать про эту технику. Это линеры и маркер. Маркер я уже показала, линеры я использую вот такие. У меня есть 0,5, 0,7 и, соответственно, где-то вот и 0,1. Сначала я делаю зарисовку маркерами, а поверх обвожу контур, такой небрежный живой контур линером. Мне ужасно нравится такая техника, потому что она позволяет схватить какую-то эмоцию, настроение. В этой поездке мне очень хотелось рисовать акварелью, я взяла с собой вот такую склейку, мой любимый торчон Фабриано, это 300 грамм, очень рельефная толстая бумага, очень люблю ее использовать для акварели, она, по-моему, стерпит все эта бумага. Вот. Ну, это был первый день, когда было слегка пасмурно, с акварелью у меня сложные отношения, я еще не могу себя в ней найти, поэтому стараюсь не бояться и просто искать.